Здравствуйте. Короткие новости, как бы продолжение вчерашних новостей. Это то, что я протравил клиночки для бритв. Это тут многослойный дамаск, узкие клиночки. И тут три вида из мозаичного дамаска. Вот, на сегодня это все. Процесс оказался долгим. Сейчас я, может, поближе покажу, насколько это возможно. Нет, наверное, не покажу. Вот видите, там, то есть мелкий рисунок, это очень жесткий дамаск с большой твердостью. Тут твердость уже небольшая, до 60 единиц, но рисунок никелем. Вот. Что ж еще, что у нас? Да, везде я тут расписываюсь. Это как-то по привычке. Делал заказ. Просили, чтобы везде роспись ставил свою. Вот, не знаю, плохо, наверное, видно. Вот здесь лучше видно. Так, это из дамасских. И два клиночка из У8. Вот таких вот. Тоже клиночки готовы. Готовы к сборке. Ну что ж, ручки, как я и говорил, буду делать не трапцом. Хочу в этот раз сделать ручки чуть-чуть нестандартными, может даже им чуть-чуть, не знаю, как получится. Это все зависит от того, как получится. Вот, но хочу сделать ручки не такие, то есть как вот у меня сейчас на сайте. Ровные, гладкие, правильные. А сделать как-то, может, что-то внести, какое-то там изменение такие. Ну, в общем, видно будет. Сейчас даже я загадывать не берусь. Подумал из 9HS еще сделать, но я как-то побоюсь это стали. У меня был тут плохой опыт такой. Она вся полопалась во время шлифовки. Поэтому еще не знаю пока. Может, порешаю, в общем, если какой дальше стали делать. Мне пока есть чем заняться. Это вот изготовлением ручек. Ну вот это новости на сегодня.